Гудра, я прошу позволения, зафиксирую. Я думал, это шутка какая-то. Посмотрите, господа, что тут происходит. А ну-ка, помолчите минутку. Друзья, Сусанин на экскурсии, вина которого никогда в жизни не пробовал. Слышите, какая музыка играет? Это я вино не пробовал, когда меня музыку включили. У меня, кстати, этот запах очень стойко ассоциируется, что у меня в детстве бабушка самогон гнала. И вот на кухне точно такой же запах был. Очень похоже. Это живая разводка, она так и должна, с такой ароматикой быть, это вполне нормально.